исполнение закона. На еженедельном совещании обсудили вопросы планирования и размещения государственных и муниципальных закупок в сфере образования, здравоохранения, строительства. В соответствии с законом все закупки органы госвласти проводят через аукционы. В приоритете те объекты, которые проходят по линии национальных проектов и по индивидуальной программе социально-экономического развития республики. Общий объем выделенных средств – 17 миллиардов, из которых 3 направлены на обеспечение обязательств предыдущего года. Всего у нас размещено закупок сегодня на 7 миллиардов 234 миллиона рублей. Это 51,4 от объема доведенных лимитов. Если говорить также по десятке крупнейших, у нас, значит, наибольший процент сегодня запущенных процедур Минстрой 83,3%, Минтранс 86,6%. При этом менее 50% сегодня Министерство образования 42%, Минздрав 40%, Минцифры 36,3%. На сегодня в республике контракты заключены на 4 миллиарда 400 миллионов рублей.